одеяло. Скажите, а вот когда выехали из лагеря, в лагере кто-либо оставался? Постоянно там кто-либо находился, охранял этот лагерь? Там двоих они оставили, там два человека. Двоих оставили. А кто были эти люди? Ну, кто были, я не знаю, на бородах двоих там оставили, я знаю. Значит, оставили двоих? Да. Кто были эти люди, вы не знаете. А с какой целью их оставили, почему их с собой не взяли? Ну, я не знаю, это полковник им сказал, короче, пока я обратно не приеду, вы здесь, короче, будете на этом месте. Значит, им сказал полковник оставаться там и дождаться его приезда. Да. Значит, уезжая, он надеялся, что он вернется. Ну, он так сказал им, говорит. Скажите, а были у них для связи телефоны? Ну, это полковник, я только в школе видел один. Значит, у полковника телефон. Был телефон мобильный, да? Да, но я не знаю, или у него был, или заложник он взял. Мобильный телефон. А вот у тех людей, которых оставили в лагере, у них был телефон? Ну, я не видел телефон. Но в школе с кем-то полковник связывался по телефону, находясь в школе? Он связывался, они говорили, он с правительством связывается, но он никогда с боевиками не разговаривал, на русском языке постоянно разговаривал. На русском языке, ну, тем более. Так с кем он связывался? Ну, с кем, я не знаю, он кого-то звал туда, вообще четыре человека. Но он как-то постоянно называл того, с кем он связывался по телефону? Ну, он не называл, но разговаривал только, ну, я примерно... Знаю, он с кем-то с правительством или с кем-то он разговаривал. Он говорит, вы уже давно должны были здесь, короче, вы что там сделали-то? Значит, разговаривал с правительством. Что он сказал? Что вы должны были? Что вы должны были уже... здесь давно быть, да? Да, вы уже давно должны были здесь, вы еще, короче, не приезжали, не сели на самолет или что-то ему кому-то говорил. Что давно должны были здесь быть, да? Да. Здесь быть. Имеется в виду в Беслане, в школе, да? Да. Для чего? Для переговоров? Или для чего? Для какой цели? Для какой цели, я не знаю, но говорим, мы должны сюда приехать четыре человека. Зязиков этот, я не знаю. Скажите, кто выбирал маршрут следования вот из Ингушетии в Осетию? Кто знал из вас хорошо дороги? Я на Кузову находил, но я не знаю, это, кто звал. Я не спрашиваю, где вы находились. Вопрос мой, слушайте. Кто хорошо из вас знал дороги, и кто выбирал маршрут следования? Вот я ответьте. Я не знаю, кто это знал. Кто хорошо знал дороги? Я не знаю, кто это знал, но я не знаю, нигде не остановил машину. За рулем вашей машины кто был? Это ингуша, Сагабши, который ингуш. Как его звали? Ну, они его Рамзан звали, но там следственные говорили, его Бияль или Билал зовут. Ну, Рамзан, когда за руль садился, он знал, по какой дороге он будет ехать? Я не знаю, он знал, не знал, ничего не говорил. Ну, почему полковник его посадил за руль, а не вас? Я не знаю, ну, я же не знаю, как. Ну, как вы считаете, знал ли Рамзан дороги, которым он будет ехать? Ну, если не знал бы, может, не ехал. Если бы не знал, он бы не ехал, не был за рулем, да? А может, полковник ему показал дорогу, я не знаю. С Рамзаном рядом кто сидел в кабине? Полковник там сидел. Значит, с Рамзаном сидел полковник рядом. А полковник знал местность? И дороги, которые проходят по Осетии, по Ингушетии? Я не знаю, но зам не знаю. Не знаете, да? Не спрашиваю. Скажите, вы все время ехали по центральным дорогам или по проселочным? Вот чувствовалось, по какой дороге идет машина? По гладкой, по ровной асфальтной или по проселочной, по грунтовой дороге? Я знаю только где-то час мы на плохом...
какой-то плохой дороге, значит, ехали там. Ехали один час по плохой дороге, то есть по грунтовой, да? После этого уже по городу ехали где-то полтора часа, по-моему. Значит, после этого по какой ехали? Ну, там уже люди разговаривали, слышно было все там. Ну, город или я не знаю, что это. Ну, поселок, по асфальтированной дороге ехали? Да. Значит, один час ехали по плохой дороге, это по грунтовой, а после этого по асфальтной дороге, да? Да. Ну, по городу ездили, я знаю, где-то полтора часа они. Скажите, вот по асфальтной дороге вы ехали, это было до задержания милиционера или после задержания? После задержания. Это. После того, как вы захватили с собой милиционера, да? Да. После захвата милиционера. Понятно. Теперь поясните. Вот... вот эти слова... какие вы говорите, вы услышали, находясь в кузове, убери пистолет. Это был какой-то сигнал для боевиков, тех, которые сидели в кузове, чтобы они вышли из кузова на помощь, или как? Я не знаю, но я слышал только, ну, или Но вы сказали, или что после сказал. Этих слов двое соскочили с кузова и пошли туда, где ваш полковник разговаривал с этим милиционером. Да, они выпрыгнули. Ну и может, или менту сказали, или мент сказали, я не знаю, кто из них сказал, убери пистолет. Там закрыта была машина тента. Но эти слова были сигналом к тому, чтобы эти пришли на помощь, ваши соплеменники. Не знаете? Не можете объяснить? А вы знаете, кто на кого наставил пистолет? Я не знаю, но я слышал только это. Убери пистолет, там больше. Ну вот это произносил эти слова полковник ваш или чужой голос? Ну, на русском языке, но я не знаю, кто из них сказал, но я на русском языке сказал, убери пистолет. Это не знаю. Слышал. А кто на кого наставлял пистолет, вы знаете сейчас? Я не знаю, кто наставлял, не сказали ничего. Что вам сказали, кто на кого наставил пистолет? Ну, не сказали никого, наставили, я вообще не видел. А кто вам сказал, что захватили работника милиции? Ну, обратно, который сел на эту машину, он сказал, конечно, значит, участковый или кого-то задержали. Значит, сказали, что захватили работника милиции, да? Да. Кто знал, что он работник милиции? Он в гражданской был, кстати, одежде? Я не видел его вообще. Не видели. Но они говорили, участковый или мент какой-то. Говорили, что он участковый. Кто его знал, этого участкового? Кто его знал, я не знаю. Он потом в школе, когда разговаривали, он сказал, почему, сказал, когда почему отпустили, он сказал, кого-то родственник или я не знаю, поэтому отпустили его. Поясните, вот когда вы познакомились с братьями Шабихановыми? Они у нас жили, это Янгиной, когда мы жили, беженцы у нас были. Ну, где у вас жили и в какие годы? В Первом войне они. Знаешь, у нас тут просто имеет отношение к ним. Нет, Шабихановы, они боевики, он же в этой группе постоянно варился, я поэтому для суда и выясняю, когда он познакомился и что их объединяло. Следующий вопрос я хочу спросить. Ну, Шабиханов, он в первом году войне. Познакомились вы с ними? В 95-м году, где-то, по-моему, я помню, они 1900... в нашем селе жили, беженцы. В 95-м году. В каком да. селе жили? В Старый Менгиной. В селе Старый Менгиной. Да. Они, кто они были вообще, чем они занимались? Ну, я не знаю, кто они. С нашего села они постоянно в Казахстане жили, в Шевченке. Что объединяло вас в Ингушетии? Ведь вы потом оттуда, из селения Ингиной, вы вместе перекочевали в Ингушетию. Что вас объединяло с братьями Шабихановыми? Шабихановы, они там работали в Ингушетии.
его брат, еще Бегану, его отец, они там работали. Нет, я не спрашиваю, чем они занимались в Ингушетии. Я спрашиваю, что вас объединяло, какие интересы у вас общие были, у вас и у Шибихановых. Ну, это Майербек знакомый был с братом моего. Майербек тоже раньше был, после этого боевиком был. Майербек был боевиком. Вот я и хотела от вас это услышать. Майербек Шибиханов был боевиком, да? Да, они вместе жили в Ингушетии тоже. И вместе с вашим братом воевали в Чечне. Ну, так. Воевали, я не знаю, но он там вместе в Ингушетии, они вместе жили, я знаю. Так. Значит, Майербек. А другой брат? Другой брат, ему 18 лет, если он нигде не воевал, ничего. Он нигде не воевал. Он постоянно в Грозном у сестры жил. Он тоже был вместе с вами в Беслане, в школе? Да, его тоже. Другой брат? Да, другой брат. Младший брат. Значит, оба брата Шабиханова и ваш брат, и вы оказались тоже в одной группе. Скажите, вот каких взглядов придерживались вы в исламе, Шабихановы, полковник ваш? Каких взглядов придерживались? Как не знаю. Но какую веру вы исповедуете? Традиционную. Исповедуете традиционный ислам, да? Да. Традиционный ислам. А кто из вашей группы были ваххабиты? Я не знаю, я не спрашивал, что ваххабисты. А вот те, кто окружали вас, я имею в виду Ганиев Рустам, Шабихановы братья, ваш брат, кто из них исповедовал ваххабизм? Ваххабизм я не знаю, но они тоже так, как, то же самое молили, как традиционные ислам. Шибиханов, они, Кураш, я не знаю, Шибиханов, они постоянно молились, как они, то же самое традиционный ислам. Ну, молиться все молятся. Все, кто исповедует ислам, они все молятся. Ходят в мечеть или дома, все молятся. А я спрашиваю, ваххабизм? Кто из этой группы исповедовал ваххабизм? Были ваххабиты? Я не видел вообще ваххабисты или ваххабиты. А? Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Так. Вы и ваши родители знали, чем занимается ваш брат в Чечне? Чем? Ну, до того, как он потерял руку. Ну, знали отец, он с боевиками, но он ничего не рассказывал, он воюет, не воюет отца. Он постоянно с отцом спорил, потому что отец ему говорил. Кулаев, это другой вопрос, рассказывал или нет. А я спрашиваю, ваши родители и вы знали, чем занимается ваш брат в Чечне? Ну, я знаю, по-моему, знали, я не знаю. Родители знали, да? Родители знали. Вы знали? Я знал, он брат. С боевиками, но я не знал, короче, после, когда руку отрезали, после этого, короче, он был не... Как вы относились к тому, зная, что ваш брат в числе боевиков воюет? Как вы относились к тому? Влад, как вы относились к тому, что ваш брат на стороне боевиков? Он разделяет их взгляды, поддерживает их. Ну, поддерживали, связано. Ну, как я вы относились знаю. Сами к этому? Пытались его отговорить или нет? Мы постоянно пытались, но отец 2-3 раза им в Шиты приехал, ФСБшники из нашего района говорили ему. Пусть он домой придет, короче, мы розыск все снимем от него, короче, пока костыл не будет. Скажите, когда вы узнали, что будете участвовать в нападении на школу? Я вообще не знал, я только когда вылез из машины, когда зашел Лайф, в школу. Когда вы узнали, что будете участвовать в нападении на школу?
Я не знаю вообще, будут участвовать, не будут. Когда вылез из машины? А где вы вылезли из машины? Ну, где-то там школу видно было, но недалеко от школы. Значит, из машины. Это возле школы, да? Да. Возле школы. Скажите, как вы выразили свое согласие участвовать в этом нападении? Я вообще не согласился, как я мог не согласиться. Не согласились? Ну, конечно. Ну а как вы оказались внутри школы? Взяли оружие? Ну они сами нас завели туда. Боевики. Кто завел? Боевики. Боевики. Значит, да. Вы себя относите к кому? К жертвам или к боевикам? Вы себя что, к боевикам не относите? Я вообще не отношусь к боевикам. Значит, к боевикам вы не относитесь? Я не Значит, относите себя к заложникам? Ну, они нас просто насильно забрали, и все, ничего не сказали. Что вы сказали? Насильно они нас забрали, это знаю. Это... Насильно. Когда вам дали оружие в руки, скажите, вы имели возможность, вот держа оружие в руках, автомат, стрелять в боевиков? Конечно, имели возможность, было. Что вы говорите? Было возможность стрелять. Имел возможность. Почему вы не стреляли в боевиков? А кто на моем месте стрелял бы там? Я не стрелял, я боялся, как я могу стрелять. Ну вот вы бы потихонечку, взяв оружие, если вы считаете, что вы заложник, когда вам дали оружие, вы бы потихонечку и перестреляли бы всех боевиков. Они, зная, что вы свой человек, они бы, как говорится, в отношении вас, ну, не настроили. И убежал, убежал. Да. Куда я бы? У нас же там же не куколки стоит, там ну, что вот же люди стоят. Имели вы возможность, вы сказали, в боевиков стрелять. Почему вы не стреляли в них? Я не стрелял, я боялся, куда я буду бежать, там круговой окружена школа. Решетку я все равно никто не сможет выйти. Там где решетки они нас ставили. Но вы же в последний момент бежали. Вы же сами говорите, что вы выскочили в окно и бежали. Вот на тот момент, когда вам дали оружие, почему вы не стали стрелять в боевиков, не заняли позицию потерпевших? Я не знаю, это да, вообще боевик. Или не стали убегать? Я сразу, когда у меня была возможность, я выпрыгнул сейчас. Это понятно. А вот когда оружие вам дали на второй день, вам вручили оружие, почему вы сразу не стали этого делать? Там не было возможности бежать. Куда я? Если любой люди меня тоже забьют, если на улице поймают. Я вообще не знаю, что за место, какое место я куда буду бежать. Вот когда вам дали в руки оружие, для какой цели вам сказали? Что вы должны делать, держа в руках оружие? Ну, они сказал, Ингуш подошел, сказал, просто если кого-то увидите, короче, скажите нам. Да это понятно. Но увидите, вы сказали. Да, я понимаю. Но автомат для какой цели дали вам? Чтобы люди не взяли этот автомат, другие не взяли. Скажите, вы видели мальчика, который выпрыгивал в окно? Видел, когда этот боевик стреляли ему. Видел мальчика. Да. Сколько лет мальчику было? Я не знаю, где-то 10 или 11 лет. Значит, лет 10-11, да? 10-11. Где вы были в этот момент, когда мальчик выпрыгивал в окно? Прямо к этому окне мы рядом этот. Значит, мужик мы вместе. Стоял рядом, да? Мы сидели там, не знаю. Если вы видели, меня тоже застрелили. Сидел рядом. Почему вы не помешали этому боевику,
чтобы он не убивал этого мальчика. Но если он увидел меня, он меня тоже застрелил бы там без оружия, если я там сидел. Но этот мужик тоже знает, я ему как объяснил. Этому мужику я сказал, если он увидит меня, он меня тоже будет застрелять, потому что я не могу выпрыгнуть из окна. Поясните, вот где вам сказал полковник, что получил задание от Масхадова и Басаева на захват школы? Где это он сказал вам? Захват школы он не сказал, но в школе, когда они начали спорить, он сказал, я выполняю приказ Масхадова Басаева. Ну это где было сказано уже? В школе уже, на коридоре. В какой день? В первый день, во второй? Какой? Первый день это. Первый же день, да? Да. Первый день. Кому он говорил это? Ну, которые с ним спорить, там спорили, стояли, которые боевики. Значит, с боевиком, который спорил с ним. А вы знаете этого боевика? Ну, там Майбек, Компаш, я знаю, стояли еще один из ингушейков, Сагабши, остальных я не знаю. Вам предъявляли трупы боевиков? Да. Вы всех опознали? По фотографии опознали, кроме двоих. Значит, по фотографиям вы опознали двоих. Кого именно вы опознали? Кроме двоих я всех опознали. А, кроме двоих всех опознали? Да. Вы называли их клички, имена, помните, да? Клички я примерно помню, как называли. Значит, тех, кого вы знали по именам, вы называли имена, да. А тех, кого вы знали по кличкам, называли клички, да? Да. Ну, вопросы еще есть. Продолжать, да? Вот такой вопрос у меня. Вот, отвечая на вопросы адвоката, вы сказали, что ваш брат, уходя из дома, вот к этому Абураге, сказал, чтобы он уйдет вперед, а вы потом, значит, с одним братом Шабихановым, а вы с другим братом Шабихановым придете минут через 10-15 после этого. Почему нужна была такая конспирация? Чтобы вы вот незаметно выходили из этого дома и уходили туда. Почему вместе вам не выйти со своими братьями и не пойти? Ну, он боялся, что если у него Майербека родители, если узнает, конечно, они по-любому будут спрашивать, куда. Значит, идет. Боялся кого? Ну, родители у Майербека, чтобы они не знали это, куда они едут. Вам, вы должны были с собой что-то взять, брат вам поручал, когда вы уходите? Пакет положил он там, я не знаю, что там было. Что было в пакете? Ну, я не знаю точно там, что вот черный пакет, вот там брюки, по-моему. Значит, не знаете, что было в пакете? Ага, наверное, брюки, да? Вещи, по-моему, там были. А он сам не мог взять этот пакет с собой? Эти брюки. Он имел возможность взять его с собой? Почему он не взял? Ну, я не знаю, но он не взял, он сказал мне, короче, когда идет, ты, короче, возьми этот пакет. Вы взяли этот пакет? Да, я взял, отдали ему, да. Вот кого из своих знакомых вы в лагере встретили? Там знакомые, никого не было. Когда вас туда привезли? Там не было никого моих знакомых, я первый раз их видел. Вот, находясь в этом лагере, сколько дней вы находились, кстати? Там 3 часа сам. Где-то за 3 часа мы там были, да. День мы не были там. В лагере были 3 часа. За эти 3 часа вас чему-либо там обучали? Мы ничего не обучали, они нас. Нас даже не давали, где палатки, тот в сторону наш ходить. Значит, ничему не обучали, да? Нет. Расскажите.
Скажите, а какое оружие и боеприпасы вы в лагере увидели там? Ну, там тоже есть самое оружие, пулеметы, там автоматы, гранатометы. Пулеметы, автоматы, еще что? Ну, гранатомет у меня был один там. Гранатометы. Ну вот это оружие, оно хранилось открыто? Или кто-то отвечал за него где-то в укромном месте? Нет, на спине с собой было это оружие все. Носили с собой. Да. Значит, при каждом боевике было с собой оружие, да? Да. Носили с собой это. Скажите, а вот тем, кому давали оружие, это выдавалось оружие как-то под расписку? Или как это было? Ну, я не знаю, но у них всех было оружие уже там. У всех было оружие? Да. Вы вообще, вам в лагере выдавали магазины? В лагере нам ничего не выдавали. Вот лично вам? Не давали ничего. А вы на предварительном следствии говорили о том, что вы в лагере получили и оружие, и 4 магазина? Я первый день... Такие давали показания? Давал, когда двое чеченцев меня били, они заставили мне сказать. Значит, на предварительном следствии говорили, что получили в лагере оружие и боеприпасы. И автомат, и 4 магазина, да? Да. Говорил. Такие давал показания. Понятно. Вы знаете, сколько в одном магазине патронов? Знаю, там 30 или... 30, по-моему. 30 патронов, да? В одном магазине. А в 4 магазинах? 420. Так можете пояснить, откуда карты появились там у полковника? Я не знаю, откуда у них появились карты. У них карты было, не было, я не знаю. Там я просто бумагу видел. Вот вас задержали именно в той одежде, вот как вы говорите, в светлых брюках, в светлой спортивной рубашке. Да. Или в темной одежде? На этом одежде меня задержали. Какой? Ну, футболка белая, это трико спортивное белое. Вы переодевались там, в здании школы? Нет, я не переодевал, я помню, не было вещей, как могу переодевать. Громче отвечайте. Не переодевались? Не переодевал, у меня не было вообще вещей. Не переодевались. При вас были личные документы? Не было. Не было. А у других членов вот вашей банды были личные документы? Ну, я не знаю, но я не видел никого. Не знаете. А при вас не было, да? Не было. А вот перед тем, как выехать в Беслан, может быть, кто-то оставлял личные документы там, в лагере? Ну, я не знаю. Но не было такого? Приказа полковника, оставьте личные документы здесь, в лагере. Ну, я не слышу, но он говорил с собой, не возьмите ничего, но документы, я не знаю, бумаги, ничего, фотографии не возьмите. Вот из этой группы, в которой вы приехали, кто-либо учился в этой школе в городе Беслане? Я не знаю, я учил, не учил. Не знаете? Не знаю. Не знаете. А почему именно к этой школе приехали, а не к другой или не к другому объекту какому-то? Я тоже не знаю, почему они приехали. Не знаете, да? Да. Ну, получается, что вы ничего не знаете. Скажите, пожалуйста, вот кому полковник приказал привести заложников на второй этаж? Они сами водили на второй этаж. Сами это кто? Полковник, его зам. Полковник, его зам.
Ну, я троих только видел, полковник, его зам, и это ингуш. И водитель, это десятка. Ингуш. А вот этого ингуша вы знаете по кличке? По кличке я его не знаю. Не знаете. Ну, водитель десятка. Кто отбирал заложников и водил, чтобы отвезти на второй этаж? Я не видел, кто отбирал. Не видел. А по какому принципу отбирались заложники в зале? Ну, я не знаю, но они говорили, короче, до одного боевика, полковник, говорили, я давал слово, 20 или 50 человек убил. Но они, только это слышал, да. Но значит, полковник сказал, за одного боевика убить 20 или 50 человек, да? Да. Это кому он сказал? Боевикам он всем сказал. Я сказал им, что одного боевика. Скажите, а вот этого боевика кто убил? Ведь люди все были безоружные. Кто его убил? Какого боевика? Да. Он был убит в первый день, боевик? Ну, когда этот школу они захватили первый день, ну, тогда они говорили, одного убили. Но он был убит в первый день, боевик? Да. В первый день. Вот там все, кто кого захватили, люди были без оружия, правильно? Да. Кулай, правильно? Да, я знаю. Кто убил этого боевика? Безоружные люди не могли убить. Ну, я не знаю, кто убил, но это на другой стороне они там стреляли. Ну, когда мы зашли, они сказали, одного убили, боевика. Так кто из вас убил? Не боевик убил его, другой кто-то убил. Не боевик? Да. А кто-то из заложников? Не, не это, где заложники не убили его. На другую сторону они говорили, МВД или там что-то, где они стреляли там. Расскажите конкретно вот о своих действиях. Что вы выполняли? Какие указания полковника? Мне вообще не давал никакого указания. Ну вот забежали вы в спортзал вначале. Потом вам сказали переместиться в столовую. Еще что? Не мне он сказал, а всех, которые этот, не знают здесь. Про девчат, которые не знают, которые их выводить отсюда. Ну всех, короче. Нас, он сказал, короче, молодых, короче, на столовой где-то, это решетки на окнах, туда. Значит, вот. Полковник сказал, кто не владеет взрывчаткой, в спортзале имеется в виду, да? Да. Не владеет, всем уйти, да? Да. Так. Куда, по домам? Уйти в столовую, он говорит, уйти в столовую, да? Да. Так, и вы ушли. Ну, что вы делали в столовой? Ну, мы там ничего не сделали, сидели мы там. Ничего, сидели, да? Да. Скажите, ну вот вы сидели в столовой, а кто же стрелял по работникам, вот там, которые были на улице? Вы видели, что вы окружены? Я там никого вообще не видел, на улице ни одного человека я не видел. Ну, из окон кто-либо стрелял из вас? Они постоянно стреляли все через окно. Они там это второе. Кто? Они? Боевики. Значит, боевики стреляли из окон, да? Да. А в кого они стреляли? Никого, они говорили, вверх стреляют, стреляли они, короче. Но там никого не было, я не знаю, кого они стреляли. Вы же говорите, что они стреляли постоянно. Ну, не постоянно. А кого не знаете, да? Ну, кого я не знаю, не постоянно. Скажите, вот перед тем, как впустить сотрудников МЧС в школу, вас инструктировали, как себя вести с ними? Ну, не там, вот, которые должны унести были трупы. Они... Вы поняли, как вот мой вопрос? Поняли? Да, они сказали просто, сейчас должны. Они это кто? Подождите, они кто? Вы конкретизируйте. Боевики там, этот, ингуш сказал, сейчас должны приехать, это, МЧСники сюда, трупы забрать. Ну, да, что должны забрать трупы. И боевика как завести. Как вы должны себя вести при появлении работников МЧС?
Нам он ничего не сказал, просто боевикам сказал, что сейчас уже должны приехать сюда, МЧС, трупы забрать и боевика занести туда. Понятно. Кулай, слушайте мой вопрос внимательно. Я спрашиваю, то, что работники МЧС появятся и заберут трупы, это понятно. А я спрашиваю, как вы должны себя вести при появлении работников МЧС? Что вы должны были делать? Ну, другим я не знаю, что он сказал, но нам он ничего не сказал. Даже он у нас в столовую не заходил вообще. Ну, вы знаете, что работники МЧС погибли? Не там сказал, ФСБшники сказал. Кто в них стрелял? Я не знаю, кто их стрелял. Вот когда работники МЧС зашли, чтобы унести трупы, где были вы? Туда они не зашли, они. Я в столовой был там. Боевики его занесли туда. Кого занесли? Это трупа. Труп? Куда боевики занесли? На школу они занесли. А работники МЧС не заносили? Они не зашли туда. Может, они во двор привезли, в ад. Ну, внутри школы никто не заходил. Ну вот, кто рядом с вами был? Сколько было рядом с вами боевиков, когда занесли труп боевика убитого и когда зашли работники МЧС? Со мной Ислам сидел там, с того больше никого не было. Вот это двоих они в другое место забрали. Ислам – это Шабиханов, да? Да. Ну, называйте фамилию. Ислам Шабиханов с вами был. И вот туда занесли труп боевика, где вы были с Исламом. Не, они на другую сторону школу занесли. Ну, какую другую сторону? Ну, от столовой далеко, этот коридор длиной идет. Ну, вы где с Исламом сидели и видели, что несут труп боевика? Да, в столовой мы сидели, оттуда видно было. Оттуда было видно, что несут труп боевика? Да, оттуда видно. Куда поместили труп боевика? Ну, они там прямо куда-то положили, но я не видел. Ну, куда положили? Какое помещение? Прямо где эта дверь, которая с улицы заходит, а прямо туда куда-то положили, там видно было. Положили у дверей. Скажите, так кто же стрелял в работников МЧС? Я не знаю, меня задержали сразу. После взрыва я сразу на это выпрыгнул. Значит, кто стрелял в работников МЧС, вы не знаете, да? Я не знаю. А вот где находились работники МЧС, когда прогремел взрыв в зале? Я машину видел только, это грузовик, который надо по дороге ехал, но МЧС-то я не видел вообще. Они зашли в этот момент в школу или нет? В школу они не зашли, они видели. Значит, работники МЧС в школу не зашли? Не зашли. Когда взрыв в зале был, да? Да. А где они были? Ну, я не знаю, но в трупе я знаю, это двое боевика занесли, боевик занесли в школу. Значит, где работники МЧС были в момент взрыва в зале, вы не знаете? Я не знаю. Не знаете. Скажите, пожалуйста, вот зал спортивный, там окна вот такие, как здесь в зале, или они не просвечиваются? Ну, там стекла не было, по-моему. Ну, верхние, по-моему, или верхние. Или там стены только? Окна были там. Окна? Какие окна? Ну, я не знаю. Я знаю этот один боевик, когда залез туда, какой-то пластмасс, вот, по-моему, там были пластмасски на окна. Значит, на окна, окна были загорожены пластмассой, да? Да. Скажите, а как мог снайпер при окнах, которые загорожены пластмассой, увидеть боевика, стоящего на кнопке, и убить его? А там не было, они убрали потом оттуда, чтобы дышать, возможно, было. Пластмасски они убрали полностью. Ну, это было где заставлено пластмассой вверху? Да. Вверху. А боевик, наверное, стоял пониже, да? На полу. Он стоял там на полу. На полу. Вот как может снайпер увидеть через
такие окна, которые вверху, что там стоит на кнопке боевик. Ну, я не знаю, он зашел, короче, полковник сказал, из крыши или по пятиэтажке, по-моему, короче, сказал, он снял человека. Полковник сказал, да? Да. А вы сами не видели?